people are different. There are some who love to be on stage, they love to give autographs, they love to be loved by other people, and so on and so on. I'm not belonging to this category. I'm different. Группа Enigma. Я думаю, мало тех людей, которые не слышали о данной группе, особенно тем, кому за 30, но и меньше. Многие до сих пор продолжают слушать эту музыку, потому что музыка этой группы в кавычках перевернула нормальное восприятие, что из себя представляет музыка. Enigma – это немецкий студийный проект, основанный в 1990 году музыкантом и продюсером Мишелем Крету, который хотел создать музыку, не подчиняющуюся старым правилам и представляющую новую форму художественного выражения с мистическими и экспериментальными компонентами. За годы существования Enigma продала 8,5 миллионов альбомов в США и около 70 миллионов альбомов во всем мире. Проект имеет более 100 золотых и платиновых дисков и 3 номинации на премию Грэмми. В этом видео я вам расскажу о истории группы Enigma, чем она жила и чем она живет сейчас. Не переключайтесь. В конце 1980-х годов немецкий музыкант и продюсер Мишель Крету сотрудничал с несколькими музыкантами, писал композиции для немецких поп-певиц Сандры и выпускал сольные альбомы, не имевшие коммерческого успеха. Нужно было придумать что-то новое. В 1988 году, после свадьбы Крету и Сандра, переехали на испанский остров Ибица. Продюсер основал студию звукозаписи ART Studios и начал работать над новым проектом Enigma – «Загадка» в переводе с греческого. Крету выбрал это название, потому что хотел посредством музыки рассказать о нераскрытых тайнах, о жизни после смерти. Композиции коллектива наполнены мистикой благодаря использованию григорианских хоралов и ведических песнопений. Сначала никто не знал состав группы участников. По смыслу Крету, слушатели должны были воспринимать только музыку, не ассоциируя ее с какими-либо исполнителями. Со временем выяснилось, что авторами и участниками первой записи были Франк Петерсон, Дэвид Файерстейн, Петер Корнелиус, Мишель Крету и Сандра, сыгравшие основную роль в истории создания проекта. В дальнейшем к работе над композициями Enigma привлекалось большое количество творческих людей. Франк Петерсон, выступавший под именем Григориан, был соавтором Крету в 1990-91 годах. Также он занимался технической поддержкой проекта. Дэвид Файерстейн помогал Мишелю в работе над текстами альбома с 1990 по 1996 годы. Написал слова к композиции «Smell of Desert». Петер Корнелиус исполнял гитарные партии на записях 1993-96 годов. В 2000 году на его место пришел музыкант и композитор Йенс Гатт. Музыка, тексты и аранжировки принадлежали Крету, который исполнял большинство мужских вокальных партий и скрывался под псевдонимом Curly MC. Его жена Сандра обеспечивала женский вокал в первых 5 альбомах, ее имя на обложке не указывалось. В 2007 году супруги Крету расстались, и Мишель был вынужден искать замену певицы. Луиза Стэнли, промоутер студии звукозаписи Virgin Records, привлекалась на бэк-вокал первых 3 дисков Enigma. Ее голос прозвучал в композиции The Voice of Enigma. This is the voice of Enigma. А затем в альбоме «A posteriori» прибалтийская певица Алиса Кетнере по псевдоним Фокс Лима исполняла женскую партию в MMX «The Social Song» и была соавтором альбома 2010 года. Рут Энн Бойл, англичанка, солистка группы Olive, неоднократно привлекалась в проект. Она записала «Gravity of Love» и другие композиции 4 и 5 дисков Enigma. Другими вокалистами коллектива были Элизабет Хоутон, фотограф Virgin Records, Раза Сера из Прибалтики и Маргарита Ройк, испанская фольклорная певица, которая стала соавтором альбома Seven Lives Many Faces 2008 года. Вместе с Крету мужские вокальные партии Enigma исполняли Энди Харт, протеже Мишеля, известный публика как Angel X, в композиции Return to Innocence. Марк Хошер, Жером
Принго, Ангун, Аквилу. Кроме того, в проекте участвовали сыновья Крыту и Сандры, близнецы Никита и Себастьян. Они записали The Same Parents. Для альбома Seven Lives – Many Faces. Эндрю Дональдс, ямайский регги-исполнитель, которого также продюсировал Крыту, присоединился к Энигме в 1999 году и оставался в проекте до 2008. Он стал соавтором некоторых композиций и одним из выдающихся солистов. Энигма – это не группа в привычном понимании. Композиции проекта сложно назвать песнями. Участники никогда не давали концертов. Занимались записью музыки и выпуском видеороликов. 10 декабря 1990 года, после 8 месяцев подготовки, Enigma выпустила свой первый диск, который был созвучен и с числом, и датой, римскими цифрами 1990, который возглавил чарты в 41 стране, став самой продаваемой пластинкой студии Virgin Records. Альбому предшествовал сингл Sadness Parts 1. В котором григорианские песнопения, отрывок из «Паскале Мистериум», использование немецкого хора «Капелла Антик Мюнхен» сочетались с танцевальным ритмом, наполненным эротическим подтекстом. Позже, в 1994 году, незаконное использование этого трека привело к судебному разбирательству, в ходе которого раскрылись имена участников коллектива. Были опубликованы их фото. Тем не менее, «Sadness Parts 1» считается самым успешным синглом «Энигмы». Он дважды переиздавался в 1991 и 99 годах с дополнительными ремиксами треками. Альбом 1990 начинается со вступления, взятого из композиции британской электронной группы Left Field, проигранной в обратную сторону. Трек The Voice of Enigma впоследствии стал визитной карточкой проекта. Principles of Lust. Mea culpa. Мировыми хитами. Мистическое звучание альбому придало использование звуков природы, григорианских хоралов, перкуссии японской флейты сякухати. Данный альбом стал первым коммерческим успехом Крыту. В 1993 году немецкий музыкант получил предложение от продюсеров написать музыку к эротическому триллеру «Щепка». Он отказался, но две композиции «Enigma» «Carly's Song» и «Carly's Loneliness» все же прозвучали в фильме. В том же году музыканты выпустили второй альбом под названием «The Cross of Changes». Крыту сохранил стиль первого альбома, но хотел привнести в него нечто новое. Смешать как можно больше элементов рока и этно-классики. Он использовал многочисленные сэмплы, в том числе из песен Genesis, Black Sabbath, Vangelis и U2. При этом сознательно уменьшил количество григорианских песнопений. Тексты композиции альбома основаны на концепциях нумерологии, которую Крыту специально изучал. Cross of Changes стал номером 1 в Великобритании и номером 9 в США. В 1994 году были выпущены 4 сингла «Return to Innocence», «The Ace of Truth», «Age of Loneliness» и «Out from the Deep». Первый стал международным хитом топ-10 в 12 странах, а в США получил награду «Золотой диск». После выхода альбома последовало новое судебное разбирательство. На этот раз иск подали члены фольклорного дуэта из Тайваня Дифан и Айги Дуана. Они обвинили Крыту в незаконном использовании их голосов в композиции Return to Innocence. Дело было урегулировано во внесудебном порядке после уплаты штрафа. В 1996 году вышел третий диск Enigma Leroy Est Mort, Viva Leroy. Крыту хотел, чтобы этот альбом стал наследником двух предыдущих, поэтому он включил в него знакомые элементы григорианских и ведических песнопений. Несмотря на тщательную подготовку, Leroy Est Mort, Viva Leroy громкого успеха не добился. Были выпущены только две
из трех намеченных синглов. Тем не менее, альбом получил золотой диск Великобритании и две номинации Грэмми «Лучшая обложка» и «Лучший альбом в стиле New Age». В США было продано более 1 миллиона копий. В 2000 году Enigma выпустил альбом «Screen Behind the Mirror». На этот раз григорианский хор и японские флейты отошли на второй план. В основу композиции легли отрывки из кантаны Карла Орфа, Кармина Бурана, Gravity of Love и... Push the Limits были выпущены отдельными синглами. Альбом Voyager, вышедший в 2003 году, отличался от прошлых работ Enigma. Исчезли характерные для проекта приемы и звуки. Крыту полностью отказался от этнических григорианских мотивов. Поклонники не оценили новое направление. Признали альбом худшим в дискографии Enigma. 15-летие музыканты отметили выпуском пластинки 15 Years After с лучшими композициями последних лет. Звучание композиции отличалось от оригиналов. На диске среди хитов Enigma представила новый трек «Hell and Welcome». Позже вышедший как сингл. 26 сентября 2006 года состоялся релиз шестого альбома Enigma «A Posteriori». Жанр охарактеризовали как электронный технопоп. Криту перешел от мистики к реальной жизни, его музыка стала вытекать из физики, астрономии и социологии. 16 декабря 2006 года была выпущена DVD-версия пластинки. А Seven Life as Many Faces 2008 года музыканты использовали сочетание классики с современностью. Ведущим синглом стала одноименная песня. The Platinum Collection на трек CD вышла в свет 27 ноября 2009 года в Германии и 9 февраля 2010 года в мире. На первой пластинке хиты Enigma, на второй ремиксы. Третья представляла собой сборник потерянных треков и музыкальных экспериментов. 5 октября 2010 года в честь 20-летия выхода альбома 1990 музыканты объявили конкурс среди фанатов. Участники записали вокал для новой композиции проекта MMX The Social Song. Победителя определили интернет-голосованием. Им стала латышская певица Fox Lima. На бэк-вокал пригласили трех лучших конкурсантов – Марка Джошуа из Бразилии, Джей Спринг из Испании и Раза Сера из Литвы. Поклонники также повлияли на дальнейшие этапы создания песни, выбор ведущий инструмент, настроение и стиль трека, вышедшего 15 декабря 2010 года. В августе 2016 года, после 8-летнего перерыва, вышел 8-й студийный альбом Enigma «The Fall of Arabelle Angel», в записи которого участвовали приглашенные музыканты. В интервью журналистам Криту сказал, что он попытался вернуться к истокам Enigma. Каждый написанный трек – этап символического пути к искуплению. Чем и как живет сейчас Enigma, сложно сказать. Существует ли Enigma вообще до сих пор? Нет никакой информации о выходе новых композиций или клипов. Тем не менее, Мишель Криту сейчас является продюсером нового электронного проекта Shinobu, который выпускает альбомы под брендом Enigma. Также Enigma, Enigma 2 в 2017 году, Chill Out Gregorian New Age, Enigma 6 в 2018 году. В них много фантазии и духовности. В записях вновь появился григорианский хор и японские флейты. Создатель снова окутал свое детище тайной, никто не знает имен музыкантов, работающих в проекте. Популяризацией творчества Криту в последнее время много занимается Эндрю Дональдс, который в рамках гастролей представляет программу «Золотой голос Enigma».
Его выступления проходят по всему миру, в том числе в России. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи!